Всем доброе утро, меня зовут Лиза, сегодня я проведу вам тур по моей школе, и начать я хочу с рекреации шкафчиков и рассказать вообще про мой локер и что там находится. У нас шкафчики украшают, добавляют разные лампочки, но я всегда keep it simple, поэтому у меня в шкафчике не лежит ничего, кроме учебников, тетрадей и каких-то заметок, которые мне нужны. Я думала наклеить сюда что-то типа напоминание какое-то, но я так редко бываю на учебе, что... Вот так вот он выглядит. Здесь у меня все нужные тетради, сборники, учебники, которые я тоже не ношу, они все у меня тоже в электронном виде. Также куртка висит моя и обувь. Две пары кроссовок, одни как бы по сменку, только у меня нет сменки, я хожу этих. И также кроссовки, в которых я тренируюсь, и пакетик, чтобы это все не было так грязно, как это есть сейчас. И вот, собственно, мой портфель, с которым я хожу на учебу. Больше всего места, конечно, здесь занимает вода. Из ланча у меня, кстати, сегодня курица вареная с морковкой. Также здесь лежит ноутбук, тетради. Все, что нужно, здесь тоже в маленьком карманчике. Вот так вот выглядит сама рекреация шкафчиков, где у всех есть свое место, каждый по-своему оформляет его. Вот здесь у нас турникеты, проходная, также шкафчики, столовая, в которую я очень редко захожу. Ну вот, я вот там, так, я ее покажу. У нас есть 3 спортзала, бассейн, но я думаю, что в бассейн меня не пустят. А спортзал там играют ребята сейчас. Не пустят меня в бассейн, потому что не без сменки. Но я тут нашла зеркало, поэтому давайте я вам покажу, в чем я сегодня, как я хожу на учебу вообще. Вот, я вам рассказала про мой рюкзак. Это рубашка обычная, тоже футболка. Я хотела сегодня надеть водолазку, но зеркало, извините, такое грязное. Штаны вот такие вот, тоже черные, и кроссовки. Вот так вот выглядит второй этаж. Здесь рекреация кабинетов английского языка. Ну, также мы занимаемся английским еще на 4-м этаже. И вот там вот в самом конце я занимаюсь английским языком. Вот здесь вот у нас холл или актовый зал. Он сейчас закрыт. А во всей школе у нас такие классные диваны. Везде можно сидеть. Мне очень нравится, как у нас выглядят лестницы. И тоже вот здесь вот кабинеты. И я хотела сказать, что у нас каждый кабинет выглядит по-разному. Вот так выглядит наш класс по алгебре и геометрии. Все эти парты раздвигаются, мы сидим по одному или по двое, как нам захочется. Понять правду, наибольшие площади и боковых граней. 129 градусов. Против другого угла. А вот так выглядит наш кабинет химии. Вот эти парты здесь поднимаются. И такие же парты, кстати, у нас в кабинете физики. Мы за ними работаем. Вот здесь, я обычно, кстати, сижу на каких-то последних партах. Здесь или здесь. Как дела, Глеб? Прекрасно. К какому уроку пришел? А ты? Так выглядит наш кабинет по физике. У нас сейчас будет урок. Вот я вам говорила про парты, они одинаковые. Никита, Катя, вместе сидят, хорошие такие. Илья, as usual, as usual. Мы выходим из рекреации математики и технических наук. Вот у нас там была физика. Сейчас я покажу вам, как выглядит другая рекреация. Так, главные герои моего тура по школе. Вот так выглядит наш кабинет русского языка. Здесь у нас такая живность. Парты тоже, мы здесь сидим по одному. И опять же, каждый кабинет выглядит по-разному. Вот как рекреация русского. Колонны тоже. Мне очень нравятся большие окна вот здесь вот. И в
каждой рекреации тоже здесь большие окна. Это лифт. Здесь у нас два лифта. И третья рекреация. Здесь там идет экзамен, но мы все равно войдем. Здесь у нас информатика, библиотека. Сейчас я вам тоже покажу библиотеку. Зайдем сюда. Можно заходить, работать с компьютерами. Вот так вот у нас выглядит рекреация на четвертом этаже. Здесь кабинет биологии, история, МХК. Вот опять же этот уголок с панорамными окнами. И пойдемте покажу вам, как выглядит наша уборная. Вот это я в уборной, в туалете. Много света. Тоже это наш двор. Вот это столовая. Здесь на втором этаже тоже у нас английский. А мы, кстати, с ребятами, есть интересная история, как мы вылезали в это окно. Это средняя рекреация иностранных языков. Здесь тоже у нас кабинеты. Здесь английский, немецкий, французский, испанский, насколько я знаю. И пойдемте покажу вам, как выглядит рекреация справа. В коридоре стоят фонтанчики, зеркала. И тоже рекреация иностранных языков. Она довольно большая, практически на всем четвертом этаже. Здесь опять же это все лифты. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я показала вам, как выглядит моя гимназия. Сегодня был классный день. Вот я рада была поделиться с вами моим местом, как говорят, второй дом, да, как у я вообще походу дома не бываю. И это была только малая часть того, что у нас есть. Я не показала вам полностью наш огромный спортивный зал, еще несколько других, вообще какие-то тайные места. Так что, если вы хотите, может быть, увидеть вторую часть, дайте мне знать в комментариях. А я пойду пить кофе, обедать, и мы с вами увидимся в следующем ролике. Пойдемте, я вам в конце покажу красивую лестницу с солнцем. Сегодня очень крутая погода. Ну да. Я не показала вам все кабинеты. Но просто некоторые шли уроки, некоторые мне просто было не очень удобно заходить. Но я побежала домой, точнее, я сначала обедать, потом домой. Спасибо вам большое за просмотр. И напишите в комментариях, как выглядит ваша школа, что там есть интересного. Всем пока!